Все мы с вами знаем игру «Поле чудес» с ведущим Леонидом Якубовичем. Многие из нас знают о компьютерной игре «Поле чудес». Но никто не знает о том, что, поиграв в эту известную игру вместе с Винни-Пухом и ослом Иа на компьютере, и выиграв в суперфинале стиральную машину «Эврика», вы можете смело идти в сберкассу и получать свои кровные, заработанные на буквах деньги. Сумма выигрыша измеряется в португальских эскуда образца 48 года. Да, и еще. Поклонникам самой известной в среде Windows игрушки «Солитер» мы рады сообщить, что если вы играете в режиме «Вегас» и три раза подряд выигрываете, можно смело обращаться за ценным призом в компанию «Microsport». Ее адрес и местоположение вы найдете, обратившись к ресурсам всемирной сети интернет. Программа «Компьютер» прощается с вами до завтра.